Здоровье. Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает спорт. Заниматься физкультурой полезно, а веселой физкультурой вдвойне. В нашем районе вопросу о воспитании здорового ребенка уделяется большое внимание. На территории лыжной базы детско-юношеской спортивной школы прошли соревнования в рамках спартакиады лагерей дневного пребывания, в которых приняли участие отряды образовательных организаций города. В состав судейской бригады вошли тренеры-преподаватели спортивной школы, а открыла мероприятие ведущий эксперт отдела образования Светлана Николаевна Соловьева, которая пожелала ребятам бодрости духа, здоровья и, конечно, победы. Начались летние лагерные смены. И сегодня по традиции проходит спартакиада лагерей дневного пребывания. Ребята на свежем воздухе играют, развлекаются, наслаждаются погодой. Сегодня солнышко, у ребят хорошее настроение. Всем очень нравится, интересно. Занимаются спортом, тренируются, соревнуются, отдыхают, ведут здоровый образ жизни. За победу в соревнованиях боролись 8 команд. Это команды всех образовательных учреждений города. Школ номер 1, 3, 7, 8, 10, а также Иванковской школы и команды направлений легкой атлетика и лыжной гонки детско-юношеской спортивной школы. Команды состояли из 10 участников. Ребята прыгали в длину, сгибали и разгибали руки в упоре лежа, наклонялись из положения стоя на скамье, бегали на дистанции 30 метров, участвовали в веселой эстафете. Спортивный дух не покидал участников на протяжении всех соревнований. Каждый стремился показать себя и не подвести команду. Я была на 3 эстафетах, бегала 30 метров, мне понравилось, прыгала в длину и наклонялась. Сейчас пойду делать отжимания. В лагере мне очень нравится, мы ходим в разные места и разные поездки. С утра сделаем разминку. Спортивные соревнования развивают не только ловкость, быстроту, силу, смекалку, но и уверенность в своих силах, воспитывают в детях чувство коллективизма, взаимопомощи, доброжелательности и единства, говорят организаторы. По итогам соревнований первое место заняла команда юных спортсменов детско-юношеской спортивной школы направления легкой атлетики, второе место у команды 7 школы, третье место также у ребят спортивной школы направления лыжные гонки. Награждение прошло среди командных и личных зачетов ребят, показавших лучшие результаты. Светлана Баварская, Александр Кириллов, Фурманов ТВ.